В Волгограде на площади Ленина стоит четырехэтажный жилой дом. Он был построен в середине 1930-х годов. Тогда дом считался одним из самых престижных в городе. В нем жили специалисты промышленных предприятий и партийные работники. Однако дом стал по-настоящему известен в период Сталинградской битвы 1942-43 годов. И связано это с по-настоящему героической историей. Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Битва проходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества. 17 июля 1942 года начались тяжелые оборонительные бои на подступах к Сталинграду. Городу предстояло выстоять 200 дней и ночей. Сталинград был важным в стратегическом отношении города. Здесь находились крупные промышленные предприятия, обеспечивавшие фронт военной техникой и боеприпасами. Сталинград был связующим звеном центральных районов страны с Кавказом и Средней Азией. По Волге через Сталинград происходила транспортировка кавказской нефти, доступ к которой и хотели получить гитлеровские войска. 28 июля был опубликован приказ номер 227, подписанный Сталином. Он получил название «Ни шагу назад». Он запрещал отход войск без приказа. Продолжать отступление стало невозможно не только из-за этого приказа, но и потому, что, как сказал маршал Чуйков, «за Волгой для нас земли нет». С сентября бои велись уже в самом городе. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход. 135 дней шли сражения за высоту 102, известную как Мамаев курган. Во время битвы в самом городе, в том самом четырехэтажном доме на площади Ленина, в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов. По мнению историков, обороной руководил старший сержант Яков Павлов. За этот подвиг советских солдат здание и вошло в историю Великой Отечественной войны как дом Павлова. 19 ноября советская армия в ходе операции «Уран» перешла в контрнаступление. В январе 43 года в рамках операции «Кольцо» советская армия окружила гитлеровскую. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась победой советской армии и полным разгромом противника. Победа в битве за Сталинград ознаменовала начало коренного перелома не только в ходе Великой Отечественной, но и в ходе всей Второй мировой войны. Город стал символом мужества, стойкости и героизма советского народа в борьбе за свою свободу и независимость.